У либерчан появилась возможность познакомиться с творчеством заслуженного художника Российской Федерации Александра Волкова в полном объеме. Его персональная выставка открылась в картинной галерее. В экспозиции представлены картины, написанные автором в студенческие годы, а также работы последних лет. Москва-река. Водяные ворота. Это вот стена Китай-города. Вот этого ничего нет. Здесь сейчас Васильевский спуск. Вот он, храм Василия Блаженного. Вот это зачатие Анны, церковь, она еще есть, она вот стоит. Вот из всего вот этого ансамбля осталась только вот эта церковь. Это здесь большой каменный мост. Тогда вот был понтонный такой-то на лодках. Баня. Здесь сейчас гостиница «Балчук». Над этим произведением, написанным карандашом, Александр Волков работал почти год. Для соблюдения исторической достоверности он кропотливо работал с архивами. Особое внимание уделил Петровому чертежу, созданному на рубеже 16-17 веков. С благословения я вот между службами приезжал и писал. Художник продолжает традиции русской реалистичной школы живописи. На выставке представлены работы, написанные акварелью, масляными красками, карандашом. По словам Александра Волкова, одна из идей выставки – донести до зрителя красоту и величие России. Выезжаешь на поезде, где-то 700-800 километров от Москвы, уже, если смотреть в окно, идут пустые, здесь заброшенные деревни. И вот как раз теплится жизнь, храм в деревне, и деревня как-то живет. А нет храма, и окна выбиты, уже деревня не желает. Чтобы работа получилась, должно быть восторг, будь то цветы, допустим, будь то натюрморт, будь то пейзаж. Ксения Дундер заканчивает художественное отделение детской школы искусств. На работы Волкова начинающий художник смотрит не только как зритель, но и анализирует их с профессиональной точки зрения. Эта выставка очень дает мне понять, посмотреть, как автор смотрит на другие города. То, как он смотрит на это все, те цвета, те краски, как он накладывает слой. Очень аккуратно каждый слой накладывает. Очень красиво. Эмоции он передает на этой работе. Я восхищена. Автор назвал свою персональную выставку «Из волосных путешествий». Александр Волков постоянно в разъездах по городам и весям, поэтому любовь к архитектурно-пейзажной живописи особенно заметна в его творчестве. На выставке представлено более 100 картин. Две из них автор передал в дар Люберецкой картинной галереи. Выставка Александра Волкова открыта до 4 декабря. Вход свободный. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.